меня получилась жизнь так, что у меня постоянно был какой-то наставник. Постоянно люди к чему-то учили. Была такая мысль быть тоже таким вот мотиватором для кого-то, кому-то помогать. В основном все внимание идет маленьким детям. Все хотят взять маленького, там, воспитывать. Но подростки в детских домах, они тоже очень нуждаются в поддержке. То есть маленькие дети, они еще надеются на то, что их придут, заберут. А подростки, они уже понимают, что за взрослыми не приходят. У каждого есть вот эти вот тревоги, нужны советы, охота какого-то вот человека, который бы подсказал, помог, рассказал. И эта идея мне очень понравилась, то, что можно быть тем человеком, тому, кто в этом нуждается. Это нормально помогать, это легко. Не нужно быть каким-то супергероем, суперчеловеком. В нас, в каждом есть это доброе сердце, это доброта, с которой мы можем делиться.